Мини-винты – это очень маленькие винтики. Вот для сравнения, здесь показан имплантат, который ставится, когда нет зуба, и это ортодонтический мини-винт. Мы видим, что он очень маленький по размеру. Он устанавливается на определенном этапе ортодонтического лечения для более правильного и предсказуемого движения зубов. В нашей клинике мы очень тщательно подходим к диагностике и к выбору места для установки мини-винтов. И используем для этого компьютерное моделирование и компьютерную томографию. Такое планирование необходимо для того, чтобы определить место, где достаточно костной ткани и не затронуть корни зубов. Место для установки имплантата определяет врач-ортодонт в зависимости от вашего клинического случая. Бывает, что они устанавливаются небно, а бывает в наружную часть десны. Несмотря на то, что это хирургическая операция, она абсолютно безболезненная, так как проводится под местной анестезией и занимает всего 10-15 минут. После того, как ортодонтическое лечение закончено, винты убирают, и после них не остается никаких следов.